відкрита трибуна. Який ваш улюблений пляж у Кривому Розі? Пляж в парку Міршавцева, звісно, він найбільш оборудований в Кривому Розі. І найближчий до моєму дому. Я не посещаю пляжи в нашому місті. Ну, не знаю почему, просто дуже рідко і любимого як такового нету, може там посещаю, но любимого прям нету. Я сейчас не посещаю пляжи. Основная причина, я думаю, это состояние этих пляжей. Собственно, вот в парке, который здесь находится, я наблюдаю то, что вода совершенно непригодна для купания и вообще проведения каких-то водных процедур. А по поводу других пляжей я как-то не осведомлен. Парк Правды. Комсомольский рядышком. И хорошо отдохнуть. И все там, как говорится, но немножко надо благо строить. Не, ну вот я был сегодня недавно на празднике города. Там было красиво, конечно, да. Обустроено все было. Мне нравится, как говорится, по сравнению с моим детством, даже отлично. У меня нет любимых пляжей в Кривом Роге, потому что я предпочитаю ездить на море, а не отдыхать в Кривом Роге. Сосенки, потому что там больше деревьев, природа, а в районе города это все осыпается пылью от завода. Вот и весь вопрос. Я на пляже в нашем городе не хожу, но более-менее цивильный и чистый, наверное, все-таки Міршавцева. А за эти районы, которые дальние, я даже не знаю. Ну, мне очень нравится карьер в Жовтневом районе. Там очень классная вода, я там живу рядом. Ну, а так, чтобы купаться, ну, наверное, точно нигде. Ну, может, Авангард был актуален пару лет назад. Сейчас это там Марьяновка, Кудашева, турбазы. Ну, так прям пляжные какие-то зоны, ну, не особо интересуют на данный момент. Открыта трибуна.